Магаданский политехникум готовится к дню студента. Владимир Гурдин учится на четвертом курсе направления геология. Он примет участие в студенте года впервые. Владимир не только хорошо учится, но и занимается внеучебной деятельностью. Конкурс проходит в три этапа – отборочный этап, полуфинал и финал. Владимир отмечает, что над концепцией думали долго, готовились несколько месяцев. Молодой человек не стал раскрывать подробности своего выступления. Говорит, пока это секрет. Я думаю, вам лучше самим это увидеть в МЦК 29 января. Господа студенты и абитуриенты всех учебных заведений страны, я поздравляю вас с этим, с нашим праздником, ребят. Надеюсь, ваши студенческие годы пройдут не зря. Для подготовки к конкурсу собрали целую команду. Преподаватели отмечают, студент года – очень ответственное мероприятие. Перед тем, как подать заявку, нужно собрать на студента портфолио все достижения участника. После готовят сам номер. В этом году возникли сложности из-за пандемии. Команда долго не знала, проведут ли конкурс вообще. Непонятно было вообще, будет ли сам конкурс, потому что есть сам конкурс, где выступает именно студент, а есть фан-зоны. Это когда собираются перед концертом фан-зоны, чтобы нашего поддержать конкурсанта, и мы еще как бы не знали, будет ли сам этот конкурс. То есть была уже у нас подготовка, и в итоге мы еще такие, ага, может быть, даже ничего не будет, поэтому именно вот мы не знаем информацию, будет ли, потому что пандемия. В городском конкурсе техникум участвует ежегодно. Каждый их участник лучший, отмечают педагоги. Обычно это девушки. В этом же году больше исключения. В самом техникуме никаких концертов не будет, как раз из-за антикоронавирусных мер. Студенческий совет поздравил учащихся. Директор техникума пожелал всем студентам удачи. Уважаемые студенты Магаданского политехникума, других образовательных организаций среднего профессионального образования, высшего образования, поздравляю вас с Днем студента. Желаю, чтобы ваши студенческие годы прошли на ура, чтобы вы полностью насладились студенческой жизнью, чтобы учеба давалась легко. День студента отмечают 25 января во всей стране.